С приближением нового учебного года и подготовкой детей к школе в рамках социальной помощи многодетным семьям в августе месяце предоставляются дополнительные меры поддержки. Я бы хотела сегодня обратиться к семьям многодетным. Сейчас август месяц, я думаю, все семьи, имеющие детей-школьников, готовятся к школе. И, конечно, в наше время подготовка детей в школе – это довольно-таки такие немалые материальные затраты. Органы социальной защиты населения в соответствии с законом Московской области о мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области выплачивают ежегодную выплату на обучающуюся, то есть на детей из многодетных семей, которые обучаются в государственных образовательных учреждениях Московской области, в муниципальных образовательных учреждениях Московской области, которые осуществляют образовательную деятельность общего начального образования. Отдел социальной защиты населения готов принять заявление об адресной материальной помощи от многодетных родителей уже сегодня. Мы хотим сказать, что эту выплату вы должны обязательно оформить. И я думаю, что она будет более актуальна для вас, если вы ее оформите до 1 сентября, до того, как ваши дети смогут пойти в школу. Размер выплаты составляет 3000 рублей. Оформите вы ее можете в органах социальной защиты населения или через портал государственных услуг с последующим предоставлением документов для сверки в многофункциональный центр нашего города. Право на получение выплаты имеет один из родителей или законных представителей обучающегося ребенка. Какие документы необходимы для назначения выплаты? Справка установленного образца постановления правительства Московской области, которая выдается в школе, что ребенок действительно обучается. Справки все школы нашего города знают форму этой справки и эту справку выдают. Паспорт родителя, лицевой счет в банке, куда перечисляются деньги, и удостоверение многодетной семьи. Те семьи, которые тоже мы считаем многодетными, поскольку у них старшие дети обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения, это касается детей, которые старше 18 лет. Для получения выплаты на детей из таких семей, которые обучаются именно в школах, в образовательных школах, необходимо еще дополнительно предоставить справку, что ребенок старше 18 лет обучается в образовательном учреждении по очной форме обучения, профессионального какого-то образовательного учреждения. Также Министерством соцразвития области в связи с возросшими для родителей тратами принято решение об организации опережающей выплаты ежемесячного пособия на ребенка за сентябрь 2018 года.